Так. World of Tanks presents. In collaboration with Star Trek. Космический звездолет на экране. First officer's log. Я первый офицер, я на Энтерпрайзе лечу в танк. Меня заставили сколлаборировать. Сенсоры подсказывают, что нас ждет пиздец. Мистер Скотт. Быстрее, смотри. Капитан, все, корабль сейчас взорвется. Пацаны, мы летим в танк. Я не хочу, но нам дали денег. Very, пожалуйста, едем. Давай назад. Нет, никаких назад, летим в танк, быстро, все. Так, смотри, там танкисты, твари, урода, ненавижу, но нам надо. Куда мы прилетели? Это не танк. Капитан, смотри, марсоход. Капитан, что же нам теперь делать? Кар. Жесть, смотри, танки 40 винрейта, как они могут? Сколько процентов? Жесть. Надо заюзать срочно куб космический. Ай! Смотри, мы высадили ровер, надо переехать на нем танкиста игрока в танк. Нет, не надо, нам заплатили денег, мы обязаны быть добрыми. Капитан, идите на... Пожалуйста, вы умрете, я займу ваше место. Хорошо, вы меня слышали? Я мастер спорта по карате. Мне вообще похуй, мне не важно. Да, куб, он висит в воздухе, да. Да, сэр, я еду на машине. Энтерпрайз, сэр. О, жесть, фаст, очень быстро. Мы будем снимать форсаж здесь. О боже, сэр, смотрите, мы взяли усилитель пауэр силы. Это прыжок. Я никогда в жизни не прыгал. Смотри, это мина, это просто пиздец. Вот это да. А это крутая усилитель, пивной щит. А это мое любимое, черная дыра. Это жена танкиста, когда он играет в танке, а ее... Сосед. У нас срочно экран сломан. Надо разыграть монитор, торнадо. Я сейчас вам дам... Опа, коробка донатная. Вот так. Новый прем... Два новых премиум танка. Жесть. Срочно. Call to the Final Frontier 2-3 Мау. Мау. Мао, вообще-то, Мао Дзедун. Мау, даже писать не умеют. Неужели событие на Лесте было раньше, чем в ВГ? Да. World of Tanks Star Trek TME. TME IC 2024 CBC Studios Inc. C2024 Paramount Pictures Corp. Star Trek. Понял. Вот такая коллаборация и новые донатные коробки. Вот так. Вот так. Вот так. А еще там будет 3D-стиль, который, наверное, самый пиздатый стиль в игре для меня сейчас будет. Я его видел. Ну-ка, надо танки посмотреть. А где альфа? А! 320 урона на 7 секунд КД. А, понял. А пилот... пилот почему катается с таким же КД, но альфой 240? Вот так. Максимальная... Я понял, это как АМБТ по подвижности будет. 47... А, хотя уделка 20 лошадей. Короче, надо щупать, если ему проходимость занерфит, это дерьмо вообще ездить не будет. Это будет как апнутый АМХ-30. У АМХ-30 тоже КД 7 секунд, правда, там альфа 300, мертвая стоба и мертвое сведение. Но здесь стоба, скорее всего, мертвая будет. Вот. Ну ладно, ничего так. Так, теперь британская... 225 пробой. 280 голдой. Альфа 420. КД 13.3. Ага. Ага. Очень интересно это придумано. Очень интересно это придумано. Это придумано, конечно, очень интересно, но... Но есть нюанс. Так, Химера, альфа 440, но КД 12. КД 13, альфа 420, понял вас. Информация услышана. Сведение аналогичное. ХП
но здесь чуть больше броня. Химера пищи по броне. Что тут у нас еще? Подвижность у химеры пищи. Причем у химеры полтос, блядь, без турбины. Здесь на турбине 45 твари. По ТТХ вот это дерьмо выглядит хуже химеры. Хуже, чем химера по ТТХ выглядит этот танк. Вот. А вот этот ничего выглядит. Вот этот прям такой. Возможно, ничего. Возможно. Но, возможно, обман. Возможно, это обман зрения. Вот. Такой 3D-стиль. Ну, это понятно, это все на любителя, но стиль очень крутой. Вот, ну, круто, круто, конечно, выглядит. Я люблю вот этот футуризм, но выглядит здорово, да, классно, уважаемый. Только гусеницы надо было немножко другими, мне кажется, делать. Они какие-то такие плоские, слишком гладкие. Надо добавить не гладкость, а антигладкость надо. Вот. Ну, вот такая коллаборация Star Trek. Ну, то есть в списке зашкваренных прибавка. Прибавка в списке зашкваренных. Записываем то Star Trek. Уже можно фломастером записывать, перманентным маркером, потому что все, уже зашкварились.